Баварский христианско-социальный союз ХСС не собирается выходить из коалиционного правительства с христианско-демократическим союзом ХДС во главе с канцлером Германии Ангелой Меркель. Об этом заявил в понедельник, 2 июля, премьер-министр Баварии Маркус Лидер, передает таблоид Билд. «Мы готовы пойти на компромиссы», — сообщил он. По словам политика, намерения лидера ХСС Хорста Зейхофера, занимающего также пост главы МВД страны, покинуть эти два поста очень удивило однопартийцев. Ожидается, что решение о судьбе Зейхофера примут вечером 2 июля. Ранее глава МВД заявлял, что устал договариваться с канцлером Ангелой Меркель, с которой он расходится во взглядах на проблему нелегальной миграции. Между ХСС и христианско-демократическим союзом ХДС Ангелы Меркель разгорелся конфликт по вопросу противодействия нелегальной миграции. 15 июня мир испугали информации о расколе крупнейшего политического блока Германии, состоящего из партий Христианско-демократический и Христианско-социальный союз ХДС, ХСС. Причина конфликта в том, что канцлер добивается принятия общеевропейского решения этой проблемы, однако баварский ХСС и глава МВД настаивают, чтобы мигрантов без документов или уже получивших отказ на предоставление убежища в ФРГ разворачивали на германской границе. Больше важных новостей в телеграм-канале «Лента дня». Подписывайся.